Йоу, привет, пушистики! Наконец-таки вышла игра для меня! Космическое приключение в поисках мусора! Что может быть лучше? А нет, может, конечно, поиск мусора в компании друзей! Вместе с Женей, Настей и Пашей мы отправились на поиски внеземных ништяков! Рок и печеньки, друзья, поехали! Ой, чуть не забыл, не забудь поставить лайк и написать комментарий! Хочешь ли ты продолжение? Если будет интересно, то выйдет новая часть приключений! Поехали! О, вот так и пойдем. Офигенно. Полетели, полетели на планету. Я дергаю штурвал. Так, готов, готовы? Да, да, я иду искать мусор. Та-ра-та-ра-та-та-та. Что у нас самая банальная планета? Интересно. Офигенно. Так, ладно, и я пошел искать. Тут ничего нету. Вообще пусто. Пойдем в другую сторону. А у меня очень ярко прям. Потому что здесь свет светит, что тут ярко? Тут красиво, идем. Увидел первый раз в жизни лампочку, что ли? Где мусор? Где мой мусор? Я что-то... Нет, я не нашел, я дверь нашел. Кому нужна дверь? Кто здесь? Женя, это ты? У меня два мусора. О, а у меня ноль. Я ни разу еще ничего не собрал в этой игре. Я вас догнать не могу. Где-то вдалеке орет, а? А, блин, скотина! Что там? Что ты орешь? Только не веди ко мне то, что убивает, пожалуйста. Там все нормально, там кусится. Жужелица? Там монстр, там монстр. Я не знаю. Да. Что-то чавкает, что-то чавкает. Ой. Какие страшные звуки, слышишь, да? Бутылки, несите бутылки. Я, если что, проверяю бутылки на прочность. Как ты их проверяешь на прочность? Бутылки прочные. Шкаф. Вот вам бутылочки. Хорошо, мы выполнили квоту, нам нужно накопить еще денег. Что здесь за волосами происходит? Да тут ветер дует. О, два дня. Нам нужно обязательно купить титан. На планету титан. Планета титан. Нам нужно 700 денег набрать. Так хочу, чтобы Женя на титане побывал. Я иду за хвостом. Я вижу ваши хвосты. Они у вас пипец здоровые. Не, подожди. Что это чапка? Что это за звуки? Что за звуки? Титан! Какой к черту титан? Здесь есть кто-нибудь? Я нашел лестницу. Я лестницу нашел. Я поднимаюсь, поднимаюсь. Идите ко мне, на мой голос идите. Я танцую около лестницы. Вижу, 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 вижу. Давайте, все, давайте, иду. Быстрее поднимайтесь. Они, по-моему, сдохли, один остался. Кто, все слышал, сдохли? Увидели... По-моему, да. Пойдем, залутаемся вдвоем. А вот, дырка, 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 давай, входим, 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 входим. Во-во-во, все, пошли. Быстро. Вот аккуратно сейчас, иди тут. Что-то чавкает? Да, был какой-то чувак. А, ой, где-то хрустит. Он, кажется, Женю доедает. О, что-то есть. Я нашел. Здесь прыгать надо. О, это сейчас будет плохо. Ладно, попробуем. Я прыгнул хорошо. А здесь-то что делать? А здесь еще в бок надо прыгать? Туда надо прыгать? Реально в бок? Серьезно? Да, только аккуратно. Так, я аккуратно, сейчас, подожди, подержи меня морально, дай что-нибудь. Да, давай, 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 ты сможешь, да, это, давай. Да, да, да. Ура! Да! А зачем все прыгнуть? Я туда не пойду, там нечего делать. А зачем я сюда шел? Я, знаешь, как старался, сколько нервы срать. Ой, получилось, так, лови меня, если что, лови. Все, поймал, давай, спасибо тебе большое. Так, мы здесь же, да, были? Все правильно. Да, да, я сейчас ничего не вижу, понять. Просто туманище. Стой, там что-то жужжит. Давай сейчас тихо. Я тебя вообще не вижу. Я здесь, 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 вот он я. А, все, все. Во, все, 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 мы дошли. Все, мы живы, ура! Красота, это все. Было страшно. Блин, я не проверил, где они мертвые или нет. В этом тумане, что ли, будешь искать? Их без тумана ну, фиг найдем. Да. О, там рука нас ковыряет, иди отсюда, закрой. Ему прищемило палец, хорошо-то как. Культяпки сюда запихивает. Вес, это мусорный рай, как хорошо-то тут! Давай, я тебе станцую, чтобы получше карта была. О, да, деньги пошли! А мы квоту уже огромную же собрали, типа сколько у нас тут? Все равно нам нельзя умирать всем. Надо больше. Да, да, нам надо выжить. Но все мы не умрем. Ой, а что ты умер? Кто свет выключил? Главное не утопиться. А Эрик что, умер? Какой я умер? Это у вас у собак лапы короткие, а я нормально. Не было выбора, либо два эклипса, либо вот затопленная планета. Ну ничего страшного, балдеево. Мы нормально по воде. Мы же собаки, мы умеем плавать. Ну если что, хорошо, я тебя пополоскаю, все нормально. Эй, я ногу! Ногу свело, ногу свело! Я думал, ты...
Что там происходит? Вот, спасибо, на лечение, еще больше, давай. Так, я нашел. Ребят, там что-то чавкает. Это стол, блин, что это такое? Там страшно, я не буду эти, простите. Кто там? Не знаю, там что-то чавкнуло и какой-то столбик. Либо давай пойдем посмотрим. А, здесь тупик, все нормально, я тупик испугался. А кто чавкал? Это ты чавкнул? Возможно, я случайно, от нервов. Какая слизь? Да вот слизь, вот слизь, которая убивает, вот. Ой, слизь. Ой, правда. Да, ребят, там со стенкой жук, он свои усы вытащил, он. Вот он, смотрите. Какой прикольный. О, привет, чел. О, это Юпи. Привет, Юпи. Женя. Смотри, иди сюда, смотри, там что-то есть. Там что-то есть, пойдем посмотрим. Смотри, вот здесь, вот туда надо идти. Иди первый. Там точно что-то есть, я просто боюсь. Иди ты. Если ты умрешь, то скажи, пожалуйста, об этом. Что? Вот иди туда. Да там шипит просто страшно. Пойдем вместе. Давай вместе. А, где я? Помогите! Тут месяц просто был. Я просто на всякий случай решил поорать, чтобы всех монстров испугать, но чтобы ты был в безопасности. Очень сильно переживаю за тебя. Да не за что. Ой, слизь, смотри, какая большая. Бассейн плывет. Давай. Помогите! Дрянь идет за мной! Она идет за мной! Нет, пожалуйста! Уберите их от меня! Почему вы за мной все идете? Ребята! Что происходит? Спасите! Уберите! Вот я снял глаз! Только не ухо! Не грызи ухо! Как тебя снять? Какой критикал джустика! Жук обсосал, у меня ухо откусил! Ребята! Кто-нибудь! Помогите! Фигачи! Вот, нормально! О! Слизь пришла, ребята! Слизь, гребаная! Сними! Да сними, что ты танцуешь? Твои гребаные танцульки! Задолбали! Нет! Собака! Блин, я дох! Fire exit! Вот! Убрали её! Дошло обидно! Это что лезет? Это титан! Это не очень хорошо, по-моему. Правильно везде идет, все да? Затопило. Тут везде все затопило, он не выживет. Он сможет, не теряя надежды. Петрично нужно успеть. Все. Нет! Мы весь лут потеряли. У нас один день был, да? А что я собака? Это жопа, это просто жопа. Я хочу быть собой. Да хватит танцевать, собака. Теперь это я. Опа, чуть-чуть. Among Us, смотри. О, хороший. Что, откуда он? Это мой. Мы с ним танцуем. Офигеть. Какую планету выберем в этот раз? Какую-нибудь хорошую, где не затопленный, поменьше титанов там. Что за рекомендация? Лучше дождевой клип снимать. Мы не выживем. Мизинчик свело. За мной. Идем. Бежим. А, что, куда? Пески? Нет, это куда? Бегущие. Что так опасно-то? Ой, там смотри, летает. Голуби, аккуратно. Голуби. Полезли на лестницу вверх. У тебя снизу хвост еще больше. Симба! Может, запаркурить? Ура! Ладно, я полетел. Удачи. Я вход нашел, ребята. Эй, ребята. Вот теперь их ждать. Ну ладно, хотя бы весело время провожу. Тихо. Вот, буду им брейкдансом показывать путь. Идите на вид крутящейся жопки. Во, молодец. Давай, иди сюда. Да почему? О, сразу что-то есть. Я что-то нашел, сразу две штуки. Да, я тоже одну. А что же тут шлепает? Слышь, щелчки? А я слышу, что-то чавкает. А Женя-то где? Почему Женя постоянно где-то теряется? Как можно было сдохнуть до входа? Ну ладно, в принципе, что я спрашиваю. Сейчас здесь еще поищу что-нибудь, надо найти хоть одну штучечку. Страшно-то как одному здесь ковыряться. О, лестница, пойду туда посмотрю. Там поближе к солнышку, повыше. О, чесалка, мне надо, как раз шерсть уже вся эта плохая стала. Тут какая-то музыка стрёмная. Не-не-не, я домой. Так, где-то я здесь проходил. Во, выход. Отлично, так, теперь надо дойти до дома всего лишь. Я нашел офигенную чесалку. Пойду Женю расчешу.
А то он бедный постоянно страдает. Ой-ой, помыть можно, мыло есть. Ха! Вообще набор для мытья собрал. А куда идти-то? У меня GPS здесь не работает. О! Конечно-то голуби, голуби я не люблю. Мой путь лежит через голубятник. Так, в лужу не наступаем. Я видел, как туда женщину засосала, и она не вернулась. Тащим, 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 тащим. Давай, 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 да, давай. Да, 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 я иду, иду, иду. Все, 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 я принес, три лута нашел. Где тут вход-то? Да, дырку забыл, другой сделай стороны, дырку. С другой стороны, давай. Да почему она с другой стороны-то теперь? Все, 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 я нашел, да. Я нашел. О, он здесь! Пошли, поехали, он трогает меня! Кто тебя трогает? Да вот вылез он через щелочку, он там вытащил свой зазубрик. Вот там вот зазубрик. Аккуратно, аккуратно. Где-то был зазубрик здесь, я тебе точно говорю. Он под нами где-то. Стой тут, следи за мной, сейчас у меня мыло есть. Заберу. Какие бутылки? Хорошо. Ну неси, дай тебя помой, стой, стой, дай почешу, дай прочешу тебя стоять. Стой, не двигайся, надо тебе на удачу. Вот, хороший, все, давай, беги, я тебя расчесал. Как придешь, я тебе еще помою. Давай, хорошо, давай, давай. Следи за мной, если умру, то убегай. Там что-то идет, какой-то красный шар. Там огромный шар к нам идет. Что происходит? Друг! Нет, как уехать? Поехали отсюда! Помогите! Не трогай меня, пожалуйста, я мыло отдам. А что делать? Я не управлял никогда этой штукой, у меня прав нету. Ребята, у меня только мыло. Может, тыкнуть? Старчип. О, старчип! Кажись, я сдал на права. Женя, ты умер. Я назову это мыло в честь тебя. Будет скользкий Женя. Вот, я еще нам колокольчик нашел. Щеточку тебе расчесать. Дай я тебя расчешу. Ой, давай, чеши, чешите. Вот, надо почесать тебя. У тебя тут очень много шерстинок. А ты и не должен что приносить. Здесь енот с вами. Я мусор, главный по мусору. Так, ну что ж, погнали искать. Погнали искать. Эрик, я с тобой пойду. Хорош. А куда все ушли? Ребят? Ребята? Здесь есть кто-нибудь? Ребята? Ребят? Какая-то дыра! Так, ладно, я сделаю полезные вещи. Я все отнесу на корабль. Какие-то анализы собрал. Может, они на корабле уже меня ждут? New Creature Data Center Terminal! Ух ты. А что здесь туман какой-то? Ладно, тут все лишь тыковки. Не зря меня назначили главным по мусору. Что там кто-то? Помогите! Кто тут? Да залезь ты! Что-то там в кустах чесалось. Сколько у нас живых ребят? Да я... Нет, я пока не буду... Что, кто... Что это было? Ребят! Ребята! Ладно, положим. Все очень важные вещи. Да положи ты это! И вот это еще положим. Там большой шар ходит. Привет. Эрик, чувак. Мы всего 240 набрали? Ну, примерно 250, да, где-то. Ну, нам хватает. Там же сколько надо? 130? Давай. Так, ребята, давайте только внимательно. У нас последний день перед окончанием квоты. Главное всем не сдохнуть. Да, согласен. Проверим планеты. Я останусь на корабле. Давайте я просто в городе потанцую, денег заработаю. Хорошо, ребят, помните, да, слышите? Если мы не уроним сейчас железный предмет с рук, не выбросим, нас молния убьет. Да. Что? Ты кому как бы угадаешь? А, ну здесь легко, здесь легко. Что это? Настя! Что она тебе утонула опять? Чего у тебя за любовь к песку этому? Я не знаю, я не понимаю, почему он меня засасывает. Нет, почему он тебя засасывает, это понятно, так, непонятно, ребята, почему ребята, ты встаешь. Давайте. Короче, сейчас у нас победная катка. Да-да-да. Мы, я выбираю... Ключик. Где? Вот. Так, о, я нашел, ребята, ребята, смотрите! Да, залутаюсь, сейчас как залутаюсь. Ну-ка, я смотрю за тобой. Епи, там епи, там епи. Какой еще ети? Где лут? Почему одни тупики? Я уже все нашел. Пойдем, я тебе покажу, где лут. Вот сюда прыгай. Женя, где? Женя, Женя, иди ко мне. Иди на мой голос. Вот, прыгай. Прыгай. Че ты кидаешься? Прыгай. Что? Куда ты его заставляешь прыгнуть? Туда надо, туда надо. Было. Настя, что у тебя в руках? У тебя важная роль в этой команде. Ты находишь тупики. То есть, куда идешь ты, там точно ничего нету. Жень! Он дерется! Он дерется! Помогите! Твою мать! О, вы живы, ребят, все хорошо. Все, давай, неси. Да все, пошли, пошли, пошли. Я какие-то глупцы собрал. Настя, скорее всего, уже в песке утонула, она их любит. Смотри, 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 бежит, 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 смотри. Кто? Это Настя бежит, Настя.
Это не Настя, это не Настя, убегаем! То есть закрывай, это не Настя? Сюда, быстрее, быстрее. Подожди, не убегаем, подожди. То есть он не Настя? На, это не Настя, это маска. Настя? Настя. Настя. Это маска, это маска. Закрывай! Жень, ставь продажную эту планету. Так, сейчас смотри, мы складываем предметы. Нажимай на колокольчик много раз, позвони. Прям звени, 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 Эрик. Что это такое вылезло? Звони, звони, звоночек. Да подожди, там что-то шлёпает. Да что такое? Там что-то рыгает. Что это было? Фига себе, продавец. Если у нас в пятерке такие были бы, я в пятерку больше бы не пришел. Он заберет сейчас вещи. Да не бойся, не бойся, не бойся, нормально. То есть не бойся, там все дрожит. Иди нормально. Все, ни у кого ничего нас нет. Нас похвалили. Нет, у меня ничего нет. Сказали, что мы профессионалы. Ну ладно. Мы продали Пашу. Мы деньги немножечко. Паш, мы за тебя деньги потеряли, ну ладно. Зачем? Ну зачем? И так денег нету. Купите тан. Нет, купите тан, потом рации. Мы много денег вынесем с титана, нам нужен титан, срочно. 700 стоит. 700. 700 у нас? Это все за то, что Паша умер. Вот жопа. Извините. Вот, минус 20%. Реально, реально, потому что Паша умер. Блин, жалко. О, я первый раз это вижу, иконку. Ой, Зара, я выключил запись и аплодирую зачем-то. Напоминаю, не забудь написать комментарий, и мы с ребятами снимем еще подобный ролик. Удачи! Это Эрик, веселый енот, он из мусорки все тащит и тащит и тащит. Это Эрик, веселый енот, рок-печеньки обнимает.